Итак, дорогие друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, в каком месте мы работаем, как в зоне на Экспо. Так, это место называется, если переводить на турецкий, если говорить на турецком, Анкара Бахчесине Хош Гельдинис Буюкшехир Белидейзи. Вот. Здесь мы сидим, собираемся. Я помню наши первые дни. Это было очень весело и очень тесно. Мы все переодевались вот здесь. Вот тут, как говорится, видите, весь бедлам. Обычно хотелось бы привычнее видеть здесь одни джамперы, но все-таки мы здесь не одни. Вот, и с нами работают очень веселые, добрые, хорошие ребята ходулисты. Вот, у них особые костюмы, как видите, ну, в форме, в формате деревьев, то есть трое ребят ходят в костюмах деревьев, и одна девушка там особый любовный цветок, два парня в формате цветка, ну и мы тоже такие цветы прыгучие, вот костюм Игоря, вот и мой костюм. У нас еще там всякие примочки интересные есть, вот они. Вот, ну, как одену костюм, покажу. Вот, наконец-то удалось пробить холодную воду. Как ни странно, в Турции найти холодную воду – это очень большая редкость, особенно на Экспо. Вот. Ну, слава богу, мы уже наладили общий контакт с турками. И главное, что они нас любят, и это очень хорошо. Да, кстати, насчет Турции. Я бы хотел сказать то, что Турция страна довольно-таки непростая, тут очень много подвохов бывает. Вот, то есть в Турции, скажем так, вы либо опуститесь лицом в грязь, либо подниметесь до небес. Так что, как говорится, всегда выбор за вами. И, как сказал Йода из «Звездных войн», да пребудет с вами сила.